Если повышение зарплат пока еще в перспективе, то рост цен на основные продукты питания не заставило себя ждать. Как сообщает аналитический центр при правительстве России, в связи с повышением НДС важнейшие продукты питания снова вырастут в цене на 10-15%. Это молоко, хлеб, яйца, мясо, сахар. Крупы и бобовые, овощи и фрукты, и подсолнечное масло подорожают не более чем на 5%. При этом эксперты убеждены, что потребителям не стоит волноваться из-за повышения налога. На социально значимые товары сохранится льготная ставка. А рост стоимости потребительской корзины будет в основном зависеть от цены на бензин и урожайности.